имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Продолжаются дни праздника Пасхи. Было очень приятно многих вас видеть в эти дни в храме, молящимися, причащающимися, радующимися этому светлому, глубокому, великому празднику. Дай Бог, чтобы вот те плоды праздника Пасхи действительно были посеяны на доброй почве в сердце каждого из вас, чтобы действительно праздник всегда был вам напоминанием трудные, сложные минуты, когда трудно, когда сложно. И, конечно, Бог все побеждает, Бог человеку дает вечную жизнь, но человек тоже должен к этому приложить свою волю, свои усилия, свои стремления, свои намерения. Просто так все равно ничего не получится. Просто так в основном получается что-то кривое, греховное, неправильное и то, что печалит обычного человека в жизни. Напоминаю, что сегодня у нас в час дня будет праздничный концерт в Доме культуры. Все желающие приглашаются, вход бесплатный. У кого есть желание, можете прийти. Сегодня там будут и духовные песнопения, и просто хорошие патриотические песни прозвучат. Дай Бог тоже нам порадоваться на этом празднике. Также напоминаю, что сегодня, в день Антипасхи, уже по сложившейся традиции, мы раздаем пасхальное яйцо с заданием. Сколько принесли, столько и хватит. Я покупал 400 штук. Все, конечно, их не вернули, кто-то все-таки съел. Вот. Но сколько кому хватит, тому хватит. То есть, как бы, да. То есть рассчитано было, что принесут все, но принесли не все. Вот. Но все равно много. Я думаю, что большинству все равно достанется. Мы с отцом Даниилом будем отпускать крестиком и вручать яичко. Кому достанется, тому достанется. Но толкаться тоже смысла нет. Вот. Вы помните принцип, да, то есть получили яичко и по сноске ищете цитату из Священного Писания дома, да. Также хочу обратить ваше внимание, сегодня нашу службу украсил хор, к нам приехали гости из Карелии, сегодня они тоже будут выступать на празднике, вот, большое им тоже спасибо за украшение, с нашим хором они сегодня позвучали. У нас была возможность послушать в каком-то смысле со стороны наш хор. Мы уже к нему привыкли, не всегда ценим красоту этого пения, может быть. А сегодня со стороны мы имели возможность послушать и наш хор. Мать Палладия, спаси Господи, тоже за большие труды, что она детей подготовила к празднику Пасхи. Выучили очень красивые глубокие песнопения. Они тоже сегодня будут выступать у нас на фестивале в Доме культуры. В общем, всех ждем. На праздник, по возможности, приходите порадоваться. Ну и просили слово у нас гости.